Дорогие друзья, вас приветствует магазин техники «Куплю все». У нас на продаже появился MacBook Pro 13 дюймов 2015 года с дисплеем Retina, еще в старом кузове, в таком красивом серебристом цвете, цвет Silver называется. Старый кузов, яблочко светится. Вот. Что могу сказать, по корпусу есть вот небольшая вмятинка, также есть потертости по торцам, у компьютера есть потертости. Небольшой вот вмятинка, только одна сзади, на крышке. Так, поехали дальше. Клавиатура сделана гравировка. Ноутбук был не Ростес, но гравировочку сделали. Сейчас все, как бы, русские буковки появились. По дисплею. Дисплей целый, без каких-либо засветов, выгораний. Олеофобное покрытие также целое. Вот. В комплекте у данного MacBook будет сам ноутбук и зарядное устройство. Коротко по характеристикам данного MacBook. Установлена последняя macOS, которую он поддерживает, это Monterey. Вот. Как я вам уже сказал, MacBook Pro Retina 13 дюймов 2015 года. Процессор Intel Core i5, двухъядерный по 2,9 Гц, оперативной памяти 8 ГБ. Графика Intel Iris 6100-1536. Хранилище здесь установлено SSD на 500 ГБ. Состояние аккумулятора... У него 65% оставшаяся емкость на данный момент. 1632 цикла заряда. Пишет, рекомендуется обслуживание. Батарейку держит около 3 часов. Ну, это достаточно. Это прям хороший показатель для данного MacBook. Что могу сказать? Ноутбук полностью исправный. Все функции работают идеально. Ничего не менялось, ничего не ремонтировалось в данном ноутбуке. Такой вот красавчик от компании Apple. Идеально подойдет для учебы и работы. В чем смысл вот этого кузова, старенького, в 15 год, да? Что здесь есть разъемы USB. Раз, разъемы USB 2, под флешку и HDMI.